Всем привет, друзья! С вами распаковочка упаковочки. На дворе 26 ноября 2021 года. И я хочу показать вам, да, вот эту вот полочку, вот этот вот трэш. Ну, одну полочку, вторую и третью. В общем, вот все как есть показываю. Ничего не скрываю. Дело в том, что это, наверное, моя пятая попытка заснять ролик. Не сегодня, а вообще за все это время, да. Я так хотела вам показать, как я буду разбирать там, где-то хламчик, вот видите, стоит, где-то что-то просто упало, где-то аккуратно, где-то не очень. В общем, ну я понимаю, что для кого-то это будет большой стресс увидеть такое состояние. Но на самом деле, посмотрите, так-то, ну, это хаос, в котором можно разобраться. То есть все аккуратненько, все красивенько, просто где-то, ну, где-то повалилось, где-то там какие-то вещи, которые уже не используются, да, все равно стоят, их надо убрать, утилизировать, вот, записать все в мою книжку о косметике. Здесь все вот именно в том виде, в котором сохранилось, ну, по сей день. Вот. Там даже стоит новая тушь, одна и вторая. В общем, хочу вам показать расхламление своего туалетного столика, или как его там назвать. Ну, просто это... Короче. Забыла слово. Внезапно начал течь туалет, и все. И моя мысль где-то затерялась. В общем, просто хотела показать свою эту... Вот только сейчас сдергивала, просто чтобы оно не это не пищало, и все вот прошла минута, и все началось вновь. Что такое? Почему, девочки и мальчики, я снимаю сейчас? Потому что потом, ну уж точно будет, ну не до этого, некогда будет. И дабы хоть что-то, да, сохранить. Я, конечно же, снимаю сейчас. В общем, вот эта третья полочка. Не обращайте внимания на то, что здесь есть и туалетная бумага, и еще что-то. Кстати, вот здесь вот туалетная бумага и салфетки, она, да, именно вот по назначению, так сказать, потому что у нас вот здесь сбоку заканчивается, если туалетная бумага или еще что-то. Вот, чтобы, так сказать, не бежать с пятой точкой кое-куда. Поэтому здесь иногда, да, появляется вот это вот все. В общем, здесь я храню также и вот... Видно, да, наверное, ватные диски. Здесь также и эти ушные палочки. Мне бы хотелось найти какой-нибудь, знаете, компромисс для того, чтобы хранить вот это вот все, да. Но пока что я, ну, не знаю, как это распределить. И, в общем-то, расхламление под собой и подразумеваем, да. То есть сложить все то, чем ты пользуешься, в какой-нибудь... хорошее место, чтобы было удобно дальше пользоваться, и все это стояло аккуратненько. Вот, но я, в общем-то, пока что, если честно, не продумала этот момент, представляете? Я не знаю, что делать теперь. Показать я вот вам покажу, да, что здесь находится, но на самом деле, что делать со всем этим, я пока не знаю. Так я обрадовалась, только недавно нашла свое кокосовое масло. Оно... На самом деле новая. Она стояла в упаковочке. Она стояла у меня на продажу, на Авито, на Юле, хоть где-нибудь. Вот. Просто у меня много вещей, которые я планировала продать. Но, блин, что-то я немножко не успеваю с этими сайтами. Хотя те объявления, которые висели, они просто почему-то, ну, люди смотрели и никак не реагировали. Я не понимаю. Вот Стас, если что-то публикует, у него вообще покупают, ну, вот вообще все. Неважно, что он там продает, там электроника, там или еще какие-то обычные предметы. Вот у него все покупают. Я говорю, Стас, поделись секретом. Как ты это делаешь? Так, в общем, надо все это как-то, ну, разобрать, в общем-то. Ну, просто я показала, да, сейчас, вот первый такой момент, показать вам полочки, а потом уже начать, так сказать, расхламление само. Почему здесь туалетная бумага? Ладно, отвечу на вопрос. Почему здесь туалетная бумага? Потому что, если какой-то предмет, если я уронила и не успела его сразу же помыть, я его, так сказать, в бумажку. Чтобы потом я знала, что эта вещь грязная, ее перед применением нужно помыть. Вот вы представляете, да, мой мозг как работает? Ну, чтобы все было чисто.
Ну, а там мои кистюль. Кстати, сегодня снимала ролик про кисточки. Обязательно перейдите по ссылочке, я прикреплю ее сюда. Ну, в закрепленном комментарии она точно будет. И в описании к ролику тоже. Про кисти ролик будет от Лимони или Лимони. Я не знаю, как фирма называется, но я мечтала об этом наборе. Очень-очень много. Очень много. И, наконец-то, этот набор у меня. В общем, понравился мне набор. Не понравился. Пожалуйста, перейдите по ссылочке и посмотрите. Знаете, когда я планировала только и думала, как чего положить, потому что этими вещами я часто пользуюсь, я имею в виду вот все, что связано с ватками, там, всем таким, вот, я думала, ну, наверное, будет как-то, ну, не хотелось, чтобы эти предметы пачкались. И вот, знаете, я заметила, что они не пачкаются, ничего с ними не происходит, потому что я или салфетку кладу, да, или как-то складываю. Но все равно, чтобы мало ли что, да, для большей гигиеничности, надо все-таки какой-нибудь отсек такой вот выделить. Только я вот не знаю, где и как. Подумала, ребят, я вам не показывала вообще, по-моему, вот этот вот отсек. Это та же полочка, только ее продолжение. Это получается четвертая. Посмотрите, здесь у меня все так, ну, более-менее аккуратно стоит. Просто этим отсеком я пользуюсь, ну, не то, что намного реже, но на самом деле относительно да, потому что то, что я вам показывала до этого, это то, что относилось к косметике. Ну, как бы это тоже косметика, но больше уходового плана. Здесь все там, если дополнительно шампунь, гель для душа нужен, или пилинг-скатка. Потом вот это вот еще без названия, потому что, ну, название в той стороне отвернуто. Это приз мне приходил, сейчас скажу, от какой компании. Спасибо, да, это Леврана. Потом сбоку справа стоит Фруктис, хорошее средство, рекомендую для волос. Здесь, по-моему, средство от Dove, тоже такого же плана, но маслянистой текстуры, тоже, в принципе, неплохой. Просто уже с давних пор я все надеюсь, что... Оно не испортилось, но мне почему-то кажется, что оно уже того. Вот, надо следить за сроками этими, за сроками годности, так что будьте внимательны. Так, это я и себе, и вам напоминаю, если что. Вот, зеленая глина стоит, все никак не успеваю ей воспользоваться, хотя, по-моему, один раз уже тестировала ее. Веном кремчик тут для ног. Что еще вот здесь вот у нас? Здесь, смотрите, здесь я вам, кстати, показывала ролик, да? Да. Вот это вот коричневое нечто, это пемза. Про нее был ролик, кто не видел, я обязательно оставлю здесь ссылочку тоже. Как и говорила в закрепленном комментарии и в описании тоже. Так, здесь у нас стоит сода. Хотела я куда-то ее когда-то положить, вот видите, додумалась. Даша хвалит саму себя. Так, что там еще? Там, по-моему, для волос, да, стоит что-то. То ли это... А, я знаю, что там стоит. Это, сейчас, девочки, мальчики, сейчас скажу, типа лопух или что-то такое, в общем, для укрепления. Так, еще здесь повязка на волосы. Вот, она классная, прикольная, но все равно чуть-чуть мне жмет. Ну, не то, что жмет, а так немножко, ну, слетает. Хотя она не должна слетать, не должна жать его, ну, как бы, голову. Вот, потом, что здесь стоит еще? То, что я... В поездку брала, это спрей для волос, который вот в правой стороне маленький такой, это такая вот отливашечка была, и еще Афродит дезодорант, да, Афродит дезодорант, вот, если честно, я не тестировала еще вот эти вот штучки для волос, но очень хотела бы это сделать, хотя не знаю, вот следует или не следует, потому что или я их тоже, как и ту штучку продам, да, точнее, ту штучку я уже точно не продам, это кокосовое масло, потому что я ей уже пользуюсь, вот, пользуюсь хорошо, как бы мне известно это средство, просто у меня было лишнее, и я решила, так сказать, тот продать, ну, ту коробочку, вот, но так как продать не получилось, и уже срок годности подходит, вот, решила сама пользоваться, так я думаю, а, все равно как раз, и, кстати, мне как раз оказалось это средство нужно, представляете? Совсем сзади виднеется не что иное, как нитриловые перчатки, по-моему, так они называются. Советую, ну, я не знаю, как в магазинах, но просто в магазинах цена на них была намного меньше, чем я тогда заказывала на Озоне. Вот, поэтому посмотрите там только по качеству, как они будут.
Да, вспомнила, что снимала также ролик по поводу губок, вот этих прекрасных, в кавычках, губок, губках, вот. Будет роличек, это получается третий, который я тоже оставлю в закрепленном комментарии. Я не знаю просто, как положить. Вроде как соседство с губкой здесь не особо хорошее, но что поделаешь, я не знаю, как сделать это лучше, поэтому пока стоит все вот так вот. Но мне кажется, вот эта полочка у меня миленькая, и вот это вот тоже. Но, видите, все равно не так уж аккуратно, как могло бы быть, да? Но я стараюсь. Здесь более-менее чисто. Там, называется, здесь тоже чисто, но здесь реально хаос. Вот. Хаос, и причем, ну, для меня это не то, чтобы прям супер хаос, но я знаю, что я могу прям... Ну, жестче еще хаос устроить, но, видите, я держусь, держу себя в руках, так сказать. Вот, я думаю, девочки, мальчики, что я вам покажу все вот это вот, наверное, в следующих роликах, потому что сейчас прям разобрать, да, что, где и как у меня, ну, вот просто не получится, потому что, правильно, я разбираюсь со всем остальным, потому что у меня, кроме этой полочки, еще дома куча полочек, которые нужно... тоже разобрать, представляете, вот всегда называется «Скоро Новый год», и у меня постоянно вот это вот. Я уже так хочу наконец-то научиться расхламляться, ну, не то чтобы вовремя, а просто чтобы, знаете, чтобы прибирать, и все как бы, чтобы не было такого, что я, как сказать, захламляю, да, и потом вот это вот все разгребаю. Я хочу понемножку, знаете, понемножку лучше каждый день, вот так. Вот такую мы выработали, так сказать, теорию со Станиславом, потому что мы разговаривали на эту тему, и, ну, не всем легко дается, скажем так, уборка. Несмотря на то, что я ее люблю, да, уборочку, но мне вот, у меня почему-то раньше не получалось. Сейчас я стараюсь себя, так сказать, вот к этому режиму привести, что каждый день понемножку. Ну, даже если вы будете делать через день, это я тем людям, у кого тоже немножко проблемки с этим, вот, советую. Ну, хотя бы через день, да? А потом уже, если у вас получится, то можно начать и каждый день. Вот такие дела, ребят. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. По крайней мере, пожалуйста, не снижайте вашу оценку этому ролику только из-за того, что вы увидели какой-то трэш или, ну... Или вам показалось, почему я дальше не разгребаю? Я обязательно это разгребу, просто не сегодня. Сегодня я вам показываю, вот, что здесь есть, да. Кстати, эта баночка, вот эта вот, это я просто положила сюда. Это, конечно, баночка, да-да-да, от этого кокосового масла. В общем, не это, не решалась я ее сюда класть, а потом такая думаю, ладно, пусть здесь лежит, все равно буду разбирать, вот. В общем, ребят, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Обязательно еще. А четвертая ссылочка, знаете, на какой будет ролик? Правильно, когда я все уже уберу, может быть, даже и расхламление покажу, и тогда уж вообще будет сколько там, 5-6 или сколько уже роликов, я уже запуталась. В общем, всех люблю, всех целую, всем пока-пока. Ребята, издалека кажется, что совсем прям хаос-хаос, да? Итак, для фиксации. Хаос 1. Хаос 2, хаос 3, чтобы потом сравнить это все.